Всем привет! Сегодня в выпуске. Компания Rolls-Royce впервые в своей истории сделала полноприводный внедорожник. Свое название автомобиль получил в честь крупнейшего алмаза в истории человечества – Кулленан. При этом на сегодняшний день Rolls-Royce Cullinan действительно является не только самым дорогим, но и самым крупным внедорожником современности среди представленных на европейском рынке. Длина машин 5341 мм, ширина 2164, высота 1835 мм. Автомобиль базируется на алюминиевой платформе ASV с интегрированной рамой, на которой также построен Rolls-Royce Phantom. Шасси с пневмоэлементами большого размера и увеличенным клиренсом. Подвеска может не только приседать и приподниматься, но и вытягивать отдельные колеса, если те начнут терять опору на бездорожье. Полный привод устроен просто. Тягу на передние колеса отдает электромагнитная муфта, а блокировки и раздатка не предусмотрены. Внедорожный режим включается кнопкой, после чего электроника сама разбирается, с каким именно дорожным покрытием придется иметь дело. Двигатель V12 объемом 6,75 литра, равно как и 8-ступенчатый автомат, тоже взяли у Фантома. Агрегат развивает мощность 571 лошадиной силы, крутящий момент 850 ньютон-метров. Максимальная скорость автомобиля принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Поэтому самым быстрым из внедорожников он уже не станет точно. У конкурентов ограничители установлены выше. Зато у Rolls-Royce есть подруливающий механизм задних колес. Опять-таки, как и у флагманского седана. Предусмотрено два варианта компоновки салона. Трехместный диван или два отдельных сиденья с консолью между ними. В первом случае спинка по частям может складываться с помощью электроприводов, образуя погрузочную площадку длиной более 2 метров. Во втором варианте грузовые возможности несколько хуже. Во-первых, сиденья не трансформируются, а во-вторых, за ними расположена стеклянная перегородка, которая полностью отделяет салон от багажника. В любом случае, сиденья заднего ряда расположены чуть выше передних, чтобы обеспечить лучший обзор для пассажиров. Список дополнительного оборудования новой модели ожидаемо широк и включает большую часть известных систем помощников, камер кругового обзора, а также функция ночного видения. Есть проекционный дисплей, точка доступа Wi-Fi и 5 USB-портов. Старт продаж Rolls-Royce Cullinan в России планируется на 2019 год. По предварительным данным, начальная цена составляет 25 миллионов рублей и не имеет верхней границы. Все зависит от пожеланий заказчика. Ну а на сегодня все. Если вас интересуют технические новинки отечественных и зарубежных производителей, необычная техника и автомобили, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий. До новых встреч!